Ян. Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови от Лары Дорн. До меня. Ты никогда не показывал мне полной версии. Я не знала, что Видимон Тезаидир, но тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька, здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями-сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное.